вечір. Ви смотрите Diesel Night, саме крутое шоу на каналі СТБ. І тільки тут найкращі актори та музиканти. І саме обаятельні ведучі. Найкращі автори, професійні гумористи. І, звісно ж, лучші зрителі. Кто это писал, я не понимаю. Так хвалят друг друга только в театральной тусовке. Ну да, точно. Но понимаешь, тут так совпало, что сегодня Всемирный день театра. Вот прям в день нашего 4-го эфира. Поэтому я предлагаю побыстрее сказать волшебную фразу «Мы начинаем Diesel Night» и «Камон!» Подожди, как ты сказал? «Мы начинаем Diesel Night» и «Камон!» Не-не-не, как ты это сказал? Ты же сказал это без души, без подачи, без экспрессии. Смотри, как надо. Друзья! О, горе нам! Какое горе! Спасти от этих передряг, спасти нас сможет только Diesel Night! Діма, а де паузи, де розуміння того, що відбувається? Чого? Де глибоке занурення в персонажа? Дивись, як треба. Пані та панове, ви готові дивитися найсмішніше шоу України? Тоді зустрічайте Diesel Night! Череп. Аматоры. Учитесь. Йорик. Бедный Йорик. Я словно как Потап, склонившись над мозгами, читаю монолог о сложной драме. Кто лучший среди нас? Ответ непрост. А лучший тот, кто лысый и у кого большой живот. Чего? О, нет! Обиды этой не прощу. Мое призвание задето. Я на дуэль зову обоих. Да-да. Тебя, Ромео, и тебя, Джульетта. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Так, стоп! А як же Diesel Night? Ну, давай, ти починай, а ми поки розберемося. Diesel Night, ми починаємо, сьогодні буде дуже весело! Come on! Что вот это было? Добрый вечер, медбратья и медсестры. Я приветствую вас в церкви свидетелей вакцинации. Спасибо, что ходите в масках. Я хочу рассказать вам историю. Один человек не хотел вакцинироваться, потому что у него отказали ноги после прививки от гриппа. Но сказал ему голос из телевизора: коронавирус гораздо страшнее, чем грипп. Поэтому встань и иди. Потому что если ты не встанешь и не пойдешь, ты еще год будешь сидеть на карантине, как минимум. И он встал и пошел. Пошел прививаться. Ибо, как сказано в Писании, от ВОЗ того, кто не уколется, будет ждать кара страшная, кара карантинная, изоляция пожизненная. Но не принимайте вакцину российскую, ибо они еретики и ковидоотступники. Братья и сестры, соблюдайте заповедь кабминовскую.
Не возжелай вакцины ближнего своего. Купим в Китае, всем хватит. И помните, укололи себя в правую руку, подставь левую. Все, имеющий попу да уколется. Во имя Степанова, Ляшко и Святого Шприца, колись!